По делу о ДТП на Кордае арестован водитель автобуса. Сообщается, что 44-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания. Напомню, крупная авария произошла в минувшую субботу. На 181-м километре автодороги Алматы-Ташкент иномарка столкнулась с двигавшейся в том же направлении грузовой машины. Исследовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения, опрокинулся. В итоге погибли 11 человек, десятки пострадали. Водитель автобуса был признан подозреваемым, и его действия квалифицированы по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц. В ближайшие 2 месяца он будет находиться в следственном изоляторе, это до завершения расследования по уголовному делу. Кроме того, по факту столкновения автомашины Toyota Camry с грузовым Мерседесом, где погибла 30-летняя женщина, также начали досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.